Идеальная вечерняя прическа за 25 минут – это реально, уверена студентка Брестского колледжа сферы обслуживания Олеся Назарова. Несмотря на особую скрупулезность, с которой девушка выполняет свою работу, итог всегда вызывает восхищение у окружающих. Еще бы, образ хорошо гармонирует не только с нарядом, но и с характером модели, подчеркивая ее индивидуальность. Несмотря на внешнюю легкость исполнения, в каждом движении рук, расчески и ножниц чувствуется профессионализм, наработанный годами, ведь дело жизни было выбрано осознанно. Всегда мне нравилось парикмахер. Это мое, я всегда пришла, знала, куда я иду, я знала, чего я хочу получить от этой специальности, скажем так. Как бы мне ни казалось, что парикмахер – это что-то такое, как, знаете, обычно идут учиться, потому что куда-то не поступили. В моем случае я шла, потому что я знала, что это такое. Мне это нравилось, я это люблю дело. Ну и ни на что бы другое не променяла бы, по крайней мере. Сейчас так считаю точно и надеюсь, так дальше будет. С такой же легкостью Олесе Назаровой удалось стать победительницей международных олимпийских соревнований по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские берега». Итог был и неожиданным, и долгожданным. В мастера верили близкие и родные. Педагоги и наставники Олеси считают, что это первое место она получила благодаря своему особому трудолюбию и стремлению всегда совершенствоваться. Разглядели еще с первого курса. Разглядела не я, разглядели еще мастера на первом курсе, когда она еще училась. Получала только начальную профессию парикмахера. Вот, уже было видно, что она сможет добиться многого. Я думаю, что это тоже не предел. Мы очень рассчитывали на победу, ее хотели, наверное, поэтому и получили. Олеся уже зарекомендовала себя как специалист. Она не только учится, но и работает в одном из ведущих салонов Бреста. Она уверена, что профессия, выбранная ею в начале своего пути, правильная. А потому новые победы и признания не заставят себя долго ждать.